дорога. Здравствуйте, друзья. Мы забрались на крышу того отеля, где мы живем, в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. И вот я с этой крыши вечерком, часов, наверное, 8 сейчас, снимаю, что видно. Я прошел немножко к другому краю крыши. Там водичка впереди, если вы видите. Так, тут вот название отеля прочитывается справа налево, но с той стороны. Это будет Hotel Miramar. Да. Пойдем на тот край, на тот угол перейдем. Вот так вот. Можно сказать, красиво. Хотя, сами понимаете, это все недалеко от бережка тут. Отель на отеле, на отеле. Вот так тут все просматривается. О, это фонарь, это не луна. А это вот крыша. Она же такая площадочка прогулочная. Тут вот видите, такие лежачки, диванчики. Вот. Ну и тут из нашей компании народ собирается. Мы здесь заночевали большой компанией, чтобы завтра с утра отправиться на круз. Нужно такое место, где все соберутся, чтобы не рисковать тем, что ты опоздаешь на корабль. Вот, друзья, под разговор, исключительно под разговор. Вот что тут такое, даже трудно различить. Знаете, как в темноте этикетки-то. Вот, тяжело идут. Ну, в общем, именно для поддержания интеллигентного разговора.